мы победим в этой священной войне. Против нас воюют кто? Люди, которые говорят, что их не Бог, это сатана. Сатанисты воюют против нас. Люди, которые нам навязывают, что мы с вами должны ходить на ЛГБТ-парады, что у нас дети должны быть непонятно кем ЛГБТ-шниками, чтобы у нас были гей-парады. Я считаю, что мужчины, которые находятся здесь, это именно те мужчины, которые ни в коем случае не хотели бы видеть своих детей на гей-парадах. Мы именно те мужчины, которые не хотели бы видеть, чтобы наши соседи, наши друзья, мы являлись частью их мира и их общества. Мы не являемся таковыми. Мы люди, для которых есть мама, папа, семья, Бог, религия и все, что нам дал Всевышний. Вот и вся суть.